идет и шаг, размерен шаг. Старик мула сосет шербет, он и шаг натер хребет. Жара — это Бухара. А вот идет пустынный пароход, на нем сидит бородатый бандит из местных банды. Это Самарканды. А вот изволь, вокруг лишь соль, здесь не растет ни ствол, ни плод, ни злак. Это Мангышлак. Куда б ты ни шагал, найдет тебя шакал. А если ты мой друг, от градусов опух, в глазах огонь потух, тебе поможет Учкудук, триколовца. Ну что еще сказать вам про Восток? Что такое Восток? Это красный песок, это жирный баран, это мудрый Коран. Что такое семья? Это жены и я. Это дом без углов, без полов, без столов. Это плов. Тюбетейк да халат и весь наш наряд. Тут турюк, там халва, здесь закон позволит вам без пижонства, многоженство. Ни город, а страна, ни жизнь, а чайхана. Фергна. Путь сюда далек, пустяк, только бы не слег и шаг, только бы не пустил бурдюк и не перезрел урюк. Чайник, вода, налей, закипит в мих, ох, кипяток. 49 дней, если напрямик, приезжайте на восток. Одним словом так. Идешь 5 дней прямо, потом поворачивайся направо, идешь 5 дней. Потом поворачивайся через спина, 10 дней идешь. Потом через тот же спина поворачивайся наоборот, идешь 5 дней. Потом еще 5 дней направо, и оказывается тот самый место, из которого вышел. И слава Аллаху.